Да. Последнее дополнение и смотрим мультик. Я, кстати, себе пушку сделал. Сейчас буду бегать с большой-большой пушкой. Вот с такой вот белой красивой. Должен буду ваншотить, но посмотрим. Оп. Поехали. Время мультика, наверное. Или нет? ヨドギミは再び大阪へ浪人を集め戦を始めようとしておる。配下の知らせによれば大阪城には霊石が運ばれているという。マリアが大阪城にいることは間違いなかろう。マーシャ、マーシャ、マーシンか。ウィリアム、再び大阪へ参ろう。この戦、 Да, вели. Стало играть намного удобнее, да. Особенно целиться очень удобно стало. Оружием стрелкового боя в разы лучше, чем было. Прям... Вообще. Ну и смотреть тоже мышкой стало удобно. Относительно того, что у меня было с эмулятором. На две катаны перешел. А родители знают? Да, Вова, его зовут Вильям. Вильям Анзим. Главная вредная тетка, я так понимаю, в этой игре. Двойного катанаста. А Маркус где-то был. Тоже когда-то был нормальным, нормальным молодым человеком. А потом раз и дабл катанаст. Наверное, нет. Он, наверное, лучше и не сообщать им. В атаку в мир иной. Зачем сразу в мир-то иной? Просто в атаку. В атяку. Что, вариантов не особенно много. Кстати, да, забыл еще сказать. Да блин, не та кнопка. Оказывается, пассивный навык у копий работает на кунай. Вот этот вот, который увеличивает урон колющими ударами. Он разгоняет дамаг кунаев внезапно. Так, 217 левел. А у меня 204. Да. Ну, что поделать. В этой битве у Тоётоми около 70 тысяч человек, а у нас более 150 тысяч, но несмотря на наше. Но, видимо, только трех или четырех, наверное. Шамблер. Где за него побегать? Можно за него было побегать, но у меня нет ресурсов пока, чтобы его купить. Так, несмотря на наше огромное численное преимущество, нельзя недооценивать воинов Санада. Сколько бы мы ни пытались продвинуться к замку, а с... Осака, их атаки вынуждают нас отступать. Глупо было бы ожидать меньшего относителя герба Ракумон Сен. Но есть и хорошие новости. Юкимура вернулся в свой основной лагерь на горе Тяусу. Мы оттянем на себя основные силы Санада, а ты, сэр Анзин, сразишься с самим Юкимурой. Устранив его, мы сможем легко справиться с его воинами. Умбрацы дадут. И опять нужно искать Кадам. Вот. Пьет, пьет, в атяку. Да, кстати, ведь метательное оружие можно еще разогнать эффектами на двойной дамаг. Типа, будет шанс того, что двойной урон кунай нанесет. А если в спину, то и почти четырехкратный, в моем случае. Что есть? Музыка жизни. Звук доната, брат мой. Спасибо за стримы. Приятно смотреть. Спасибо большое за поддержку, Маздример. Спасибо. Рад, что тебе нравится. Главного врага в этом DLC зовут Тятя Сам. Спойлеры! Спойлеры в чате. Так, мне нужно... Можно либо павлина взять, либо, собственно... А, да, у меня и так стоит на поиске, да. Смайлики. Ну, там вроде нужно 10 человек, чтобы подписалось, чтобы смайлики пилить. Вроде как.
Насколько я понимаю эту схему, как она работает. У меня пока нет такого безумного количества людей. Поэтому... пока не задумываюсь об этом. А еще крайне хреново рисую, и если нужно будет запилить смайлики, то, наверное, нужно будет просить кого-то. Ваншот. Да кто там-то акацки настреливает? Как будто из двойных пистолетов. По-моему-то есть двойных пистолетов. Плохо. Кстати, я забыл ядер купить. Что я забыл. Но можно взять свиток импровизированной пули. В принципе. 48 тысяч. Это пока я еще не привык. Похожий костюмчик. Лучше, чем на Герванте сидит. Эх. Да, я не купил ядер, но я могу заменить свои огненные сюрикены на импровизированные пули. Тогда ядра у меня не закончатся. Давайте так и сделаем. Подготовить дзюцу. Красным тут спрашивал насчет того, можно ли стрелковым оружием играть. То есть у тебя мало патронов. Можно вот вместо всех этих огненных сюрикенов, которые, конечно, прикольные, можно взять свиток импровизированной пули. Можно отказаться от еще одного. Можно, на самом деле, от Куная Шторма одного отказаться, потому что я их крайне редко юзаю. Все-таки. Как бы грустно это ни было. Вот. У меня будет 6 патронов. Всегда. Что он там опять сказал такого? Да, в таком. Ну, на самом деле, переодеть-то можно... оригинального персонажа можно во что угодно переодеть. Упс. Блин, он перемещается. Вы видели? Видели этого хитрого хитреца? Я, значит, по нему целюсь с аркебуза, а он бегает. Это вообще законно? Как я должен попадать? Да. Да, Марк. Блин, как туда попасть? Там Кадама сидит. Я так понимаю, нужно с обратной стороны. Да не говори, Лола. Как он вообще... судья, судья, мой оппонент уворачивается. Что это такое? Я на это не подписывался. Так, вот сюда можно забраться, наверное. Блин. Вот же хитрец. Спрятался. Ладно, наверное, туда как-нибудь попозже попаду. Да вообще. Все, хватит играть в эту игру. Здесь враги уворачиваются. Заново. А там типа нужно с этой с высотки, с вышки, что ли? На, от аркебузу не увернуться, козлина. Ну, точнее, не увернуться, а не задоджить выстрел. Но я примерно догадываюсь, что там нужно сделать, чтобы чуть не упал. Хотя можно было утонуть, да. Наверное, нужно было как-то бочку у забора с Кадамой расстрелять из базуки. А можно из руки базуки расстрелять. А, бочка, которая здесь стоит, нужно ее взорвать, и тогда деревянная хрень сломается. Все, я понял. Тут я все понял. Окей, давай. Минус моей базуки только в том, что она, собственно,
скейлиться-то от сложения, я навык качаю. А вот оружие как раз-таки от навыка скейлится. Это карта. Что ж ты? Собака-пес. Можно обычным же выстрелом. О. Будет ли еще дополнение? Ну и так, три. Здорово, ММ. Я бы, конечно, был очень сильно рад тому, что если было бы еще одно дополнение, но думаю, что все-таки скорее нет, чем да. Ха-ха, 79к. Все прошел, но ты крутой. Я, как видишь, еще не прошелся. Еще один Кадама. Вот 79к, это, конечно, уже ближе к истине. Сейчас еще привычность будет максимальная. Это какой НГ? Это обычное. Это DLC последнее. Пиу. Пиу-пиу, маафака. Минус свои. Стреляй по своим, чтоб чужие боялись. Тут он, чуваки, 230-го бегают. Я как нубас просто. На самом деле, в НГ уровне меньше заданий, чем здесь. Там НГ, это примерно... Первые три локации НГ, это примерно 180-й левел. Где-то там. Иди сюда. В Bloodborne. Я слышал, Bloodborne-то не настолько... Здорово. Здравствуйте, молодой человек. Как ваше ничего? Да слышь, хорош там бомбить. Больно же. Слушайте, так зелень немного падает здесь. Как будто даже и бездну можно не фармить. Зачем фармить бездну? Здесь чуваков падает просто по миллиону зеленки. Тупо перезапускаешь уровень и фармишь чуваков. Детян? Да вот только что сменил. Попросили поменять. Нам ничего. Мне ж не сложно. К тому же я оригинальным персонажем давно не играл. Вервант лучше Атян. Ну, типа того. Будем свапать иногда. Так, еще один Кадама найден. Это, кстати, у меня еще без амулета, который там маг на расстоянии увеличивает. Так, там он еще один. Где-то вот тут, чуть пониже, сидит. Здесь можно сюда пойти, сюда пойти. А, ну тут только ванна, да? Плотва лучше Атян. Вот не завели плот... Не завезли почему-то плотву сюда. С аркивузы валить. Это я еще... Вот, да, я разделся. Разделся, самурай. Голый самурай грустит в ванной. А,
А мне что, у меня все равно бесконечные выстрелы, по сути. 89 тысяч. Здравствуйте. Немного Call of Duty заказывали. Ну, еще и разрывные ядра подъехали. Кайф. Это набедренная повязка скорее. Я не знаю, как она по-японски будет. У нас там есть? А, мастера японского в чатике. Как будет набедренная повязка по-японски? Что, две магии? Да, слушай, две магии — это талисман уязвимости, который... Скажу. Талисман, который броню снимает, и мы талисман, который... Талисман ленности и талисман уязвимости. Ренбу знает все. Марлядо, Фудоси, также Ситаоби, традиционное японское мужское нижнее белье. Вот. Фудоси. Спасибо Google Фу за это. Ну, инкубусику, конечно. А как, кстати, называется вот это, знаете, такие здоровенные труселя у сумоистов, которые такие вот широкие, большие? Может быть, кто-нибудь без Google Фу знает? Стандартно тебе на боссах... Неокдес, да. Стандартно тебе на боссах амулет замедления, амулет это... Минус армора. Очень превращает босса в кучу когна. Но я на стандартных боссах это не использую, потому что мне интереснее просто посражаться. А вот когда всякие дополнительные задания проходишь, или когда кого-нибудь сопровождаешь, типа там, чтобы честь пофармить, там самое милое дело, чтобы хост не отъехал, просто в босса кидаешь всю эту глину. Замедление, минус армор, и потом просто спамишь его атаками. Биг Фундоси. Точно. Все же очевидно, ё-моё. Так. Биг Фундоси, конечно, здорово. Мне-то куда идти? Или я что-то не вижу? Тут все заперто. Это недавно же вроде обновлял. Спроси лучше у этого. О, вот сюда идти. У Гербоса, когда он там обновит. Да нет, это фонтан. Так, у меня случился небольшой топографический кретинизм. Оценил его, да? Так и вот сюда. Тогда вообще был отворот. Куда-то. Блин, хочу 100к. Хочу 100к дамага в спину. С аркебузы. Да-да. Come here. Come here. Почувствуй себя скорпионом с кусеригамой. Рядовой Кодама, да, вот вижу, да. Вижу рядового Кодаму. Которого освободить можно при помощи пушки сверху. Но, судя по всему, я уже этот самый освободил его, если ты про этого. Так, это, видимо, еще один шорткати. Там еще один Кодама вижу. Другой рядовой Кодама. Хитрый хитрец с толпами. Иди сюда. А!
Какая у тебя длинная пушка, чувак? Но я владею страшной магией, так что... Сорян. Кусаригама? Да, это Кусаригама. Кусаригама, говори правильно. Познавай, кстати, мне так много зелени падает, потому что у меня много удачи. Я охренеть какой везунчик. Я там, по-моему, удача. У меня удача 77. У меня клан, который 40 удачи мне добавляет. Плюс у меня... Я еще пассивку магии брал. Где-то она. Там талисман удачи плюс баф на удачу. Сейчас найду. О! Тут у меня плюс 20 удачи. И вот талисман еще на 2. Я его использую. Когда в бездну ходил, короче, я бафался талисманом удачи. Забили мы на Dragon's Dogma. Ну, я, да. Насчет Рэнбо. Но он вроде тоже в него залипает сейчас. Да кто там жебушит? Ни хрена себе он доджит. Мамкин доджер. Ну слушай, лоли, демоны и все такое, ну сложно устоять. Камушек катнуть еще. Может быть, камушек кого-то подфармит. Да, это знаменитый билд через удачу, все верно. А, мог бы быть и я внизу. Ну, не знаю, просто... В любом случае, игра как бы про фарм, и поэтому лишняя обмазка удачей здесь точно не повредит. Вот этого, видимо, к Кадаму. И похоже, что мне помогли. Спасибо пушке за это. Не знаю, кто там настреливает, но... Спасибо ему. Порвайся в навык и ловкость. Обе характеристики повышают дамаг от кунаи. Я этим и занимаюсь как раз таки. Но у меня ловкость 99 уже. Это главная причина, почему я Кусаригаму использую. Но еще она мне нравится, она прикольная довольно. Вы видели этот папский додж? Просто развел как школьницу на выстрел и все впитал. Не каждый так сможет, да. Новый фильм «Иностранец». Не смотрел его, фей, не смотрел. Продолжаем качать навык. Он мне, по-моему, навык на следующем уровне даст возможность прокачать еще урон от кунаев за счет того, что я вкачаю пассивку из копий. Да, на следующем левеле. Так вот, я хотел Бафаракула взять. Больше амриты. Если поначалу тебе нужен баф целителя, потому что по тебе часто попадают... И тебе нужно много хп, то есть здесь просто больше опыта и все. Хп просто за счет талисмана омоложения хватает. Ну, плюс у меня шапка с авторегеном. Хотя этот автореген можно изменить на что-нибудь. Конечно же. Выкатить пушку. Подожди, это было 11 тысяч, это был какой-то полубосс. Вижу дверь, кстати. Вижу Кадаму. А еще мне хук Пуджа нравится. Да что прикольная тема. Типа хукаешь, притягиваешь и... Не любит Джеки Чана? Почему люблю? А что, иностранец это про Джеки Чана? Так видишь ли, со стримами все как-то не успеваешь за всем проследить. Федо Файдя любил Кусаригаме махать. Вот.
Но я на самом деле все-таки большую часть времени так и пробегал с этой самой Садати. Тут вот только решил. Интересно, а топор считается как-то частью декорации? Походу, да. По мне топор помешал ему по голове упасть. Только кусай можно так хукать. 111. А мне показалось 11 тысяч, это был полубосс, поэтому так мало дамага. Но я неплохо, да, 111 неплохо. Капа. Капа. Пока рекорд за один удар. Значит, 111 с половиной. Играешь в Skyrim Requiem и удивляешься. Так, а у меня что там по привычке-то? Почти привык. Почти привык. Представляете, если еще сложение выкачать в максимум просто. Там ведь по идее неплохо, так дэмэдж должен бафнуться. Кадам вроде. Рядовых кадам как будто бы не осталось. Вроде бы я не пропустил даже ничего. Какое лучшее оружие? Ну, я не со всеми побегал. Я, по сути, побегал с Адати, с топорами, вот, с кусеригамой. На. Чем я еще побегал? Ну, со всем остальным не серьезно. Со всем остальным я бегал без навыков, по сути. Мне очень понравилась Адати, Тонфы, вот, кусеригама. Насчет остального не скажу. Хочется вот с Тонфами побегать еще. Побольше. С катаной? Ну, да, да. Смотрел, как ты проходил. 2.4. Все как-то не так. Ну, мои прохождения-то они очень давние, Маздример. Очень. Я проходил свою сборку на стриме прошлый Новый год. Ровно год назад, по-моему. Но там записи оставались только на Твиче, а не на Ютубе, поэтому сейчас уже ничего нет, к сожалению. Там уже там с музыкой играл. Вот думаю, может в этот Новый год тоже. Да, да, Чикаго. Может быть, в Skywind поиграю. Я вот вроде кунаями пользуюсь, они вроде как бы не заканчиваются. При этом даже этим живым оружием не пользуюсь особо. То есть зачем мне еще амулет, который еще снижает расход? Хрен его знает. Ну, может быть, на Новый год будет. Новогодняя ночь там туда-сюда. Может быть, посмотрим. С двумя катанами, немного гриппер-катанастов, там обилки прикольные есть. Ну вот я видел там одну обилку, которая это удар из ножен, типа вжух такой. Довольно прикольно смотрится. Лучником сможешь или хотя бы показать лучника, чтобы мне было понятно играть. Блин, Лола, я, кстати, последний раз именно лучником и играл. О, смотри, у нее клевая куса. Где скин купил? Давай. Давай свою дальнюю, как нубас. Не хочешь? С двух кунаев у нас все живое. Но я, в принципе, им не так, чтобы прям часто и пользуюсь, хотя на боссах, конечно. Я в основном им пользуюсь, когда
Куб, я прохожу с кем-нибудь. Ты там доходишь до босса, просто кидаешь в него замедление, минус армор и кунайми, и спамишь, стоишь, все, вот так вот. Довольно быстро и удобно, как раз там почти никогда хост не умирает при таких раскладах. Вот, кстати, патроны закончились. Но если у тебя есть свиток импровизированной пули, то... Все норм. С Вом Студио... Ну, это было так. Я там что-то проверял, Лола, я не помню точно, что проверял, но... Блин, а что-то у меня горло начинает пересыхать. Надо будет перед сном еще закинуться. А! Фелиция. Фелиция, я болею. Я болею, мне можно, да. Просто Лула меня спрашивала про Skyrim, а у тебя ник на F тоже начинается, и... Что? Что я несу? А, у Лула... У Лулы вторая часть ника на F начинается, вот, да. Не слушайте меня. Втираю какую-то дичь. Поэтому голова еще не так сильно болит, но да. Завтра может нормально так болеть начнет, пока еще терпимо. Ну, насчет цвета ника не знаю, потому что у меня в чатике это все одинаковым цветом отмечаются. Просто там вопрос про Skyrim, тут вопрос про Skyrim, там буква одинаковая в нике. Сложно, сложно. Все кадамы, и там типа аренка босс-файта. Ну, я, наверное, поменяю. Может, сразу посмотреть, что по амулетам. Кстати, тоже с чувством кадамы. Не, подожди, чувство амриты. Не совсем кадама. Чувство амриты как чувство кадамы, только чувство амриты. Вообще почти нет одинаковых букв. Ну, там Лола Ферритес, а у тебя Фелиция. То Ферритес и Фелия. Буква F одинаковая. Да, сложно, сложно. Воронкет метательного оружия, это нет, это мусор. Жизнь, удача, чувство кадама, сила ниндзя. Ну, кстати, нормальный амулет, тоже с чувством кадамы. Тут шанс владения предметов, тут шанс владения предметов и все. А тут сила ниндзя плюс 14, чувство кадама. Ну, кстати, можно и поменять свой амулет. Типа тут еще и удача, чуть больше всякой шляпы будет падать. Защиты, конечно, поменьше, но нахрен ты с ним. К умелости. Па-па-па-па-па. Урон сзади. Уж этот урон сзади. Теперь Сашка не Лола. Да простите, простите, я, да. Смотри-ка, урон от ниндзюцу кунай. Удача и урон от ниндзюцу кунаями. Ну, в принципе, это можно тоже... А, это и так залочено, лол. Там мой амулет. Да ладно вам, первый раз перепутал. Вообще первый раз кого-то перепутал на стриме. С кем не бывает. Да, ты Лола. Все, сразу не любим. Так вот. Перепутай никнейм прекрасной дамы, и все. Дизлайк, отписка. Уход другому стримеру. Да серьезно, первый? Ни разу еще не было такого. Ни разу такого не было, и вот опять. Два амулета на буст. Ну, видишь ли, у меня один-то амулет на этот самый, на снижение количества предметов для комплекта. И он мне нравится. А так-то, конечно, могу, да. Уже ники путают. Дай, блин. Я вообще под таблетками сижу, у меня все немного плывет, если честно. 17,5, ну где-то так, да, где-то так. Алярма, да я понимаю, понимаю. Пытаюсь как-то съехать на то, что я типа болею и все такое, но... Ты, конечно, Лол, оставайся, конечно, оставайся.
Я буду очень... Слушай, я с тобой вроде... Ни хрена я тебе... Ага, вот оно что, я думаю, что-то бодро лицо отваливается. Я ему 70% хп примерно снял с первой же серии. Прикольно. Держите наркомана. Да все, все. Никого я не мучал. Нормально. Тыга. Там, походу, новый Bloodborne анонсировали. Пора покупать сос 0. Не смотрел. Еще видел какую-то распродажу? Я из-за старого-то Bloodborne я сейчас с 0 не купил. Хотя, конечно, хочется поиграть в Bloodborne. Хочется. Перехочется. Кстати, там же гонка, в смысле, новая лига началась вроде в кое, да? Навались, мужики! На... А, все, не навались. Ой, там эти самые генералы Гривусы нападают, походу. Точно генералы Гривусы. Знаменитый четырехкатанный стиль. Здорово, Алекс. Че, говорят, заборол яйца дерева? Ну ты мужик, конечно. Даже без фантомов заборол. Давайте все дружно поздравим Алекса с тем, что он победил яйца дерева в третьем ДС-е с какой-то там, с 50-й попытки. Да, четырехкратный катанаст. А, до этого ты играл с геймпада, да? Да я тебе сразу говорил, скажи, что с геймпада играешь, пока не поздно. Курит бабушка моя. Все верно, Вова. Все верно. Боярский пока обновил. Лавина духов. Еще одна ачивка. Боже, боже, просто обмазался ачивками. Что не задание, то ачивка. Так. Разрывные пули дали. Стоило нам разделаться с армией Санады, как тут же вылезли эти чертовы Йокай. Даже отпраздновать победу не дали. Тайотоми в этот раз прямо-таки превзошли себя. Сэранзин в данной ситуации, боюсь, силы Токугава обречены. Я отправлюсь к нашему господину и остановлю натиск монстров, а ты пока продвигайся вперед и будь осторожнее. Новое сумеречное задание, адское пламя. 235 левел, адское пламя, сумеречное задание. Умбрацит. Пол ляма бабла, кстати. Так-то. За сумеречное задание. Можно будет сбегать. 235-й. А у нас тут какой? Кстати, козырная тима 235-й. Там наверняка можно что-нибудь очень крутое выбить. Да-да, можно сходить. Будет, можно сходить. Что там еще по амулетам? Новых не добавилось. Можно все продавать. Да, там всякая шляпа. Заигнорил, получил ачив. Саша заигнорил два раза с Дарком. Да не было такого, Элфи, не было. Плюс 4, плюс 3, плюс 3, плюс 3. Ну, это все можно продать смело. А вот плюс 5-й пушки так и не заехала, к сожалению. Блин, тут реально много пушек падает. Да? Ничего, собственно, интересного для меня пока здесь еще нет. Меня интересует только снаряжение плюс 6, если будет падать. А так все можно продавать, в общем-то. И нужно ядер купить. Нужно купить ядер.
Покупка. КТ. Кстати, уникальное предложение. В принципе, полный мусор везде. О, ядра разрывные. Правда, всего одно. Пули для аркебузы. Давай. И пули для мушкета. Окей. Продажа. Продажа. Редкая ниже. 54 тысячи. Ядрить там зелень не нападало, конечно. А, продажа. Так. Опять выкинула из поя. Так сейчас же старт лиги. Сейчас, понятное дело, будет выкидывать. Что ты как маленький-то, я не знаю. Ты же уже яйца дерева заборол. Должен понимать что-то в этой жизни. Сейчас же все играют в поя. Было? Спросил, как Dark 3 без DLC стоит начинать ли? Я тебе наверняка сказал, стоит. Или не стоит. Тут как угадаешь. Либо стоит, либо нет. Нет, там вообще, конечно, стоит. Без DLC, хрен с ним, что без DLC. А, так, подожди, подожди. Разобрать, все разобрать. Все, все разобрать. 42-26, нормально. Нормально. В принципе, у меня достаточно сейчас ресурсов. Можно, по сути, все, что я сейчас найду, можно просто продавать. Так, тут у нас что? Main Quest 227 левела. Окей. Стоп-старт. Поехали.